Так, зарядили камеру, поели и будем покидать заведение. Кстати, здесь, прямо здесь можно снять этот квартиру Сан-Исидро за 300 евро. Там висит объявление прямо у бара, на барной стойке. Такие вот дела. У нас 2 часа, но супер все. Да? Чтобы вернуться. Чтобы не стемнело. Ну, сейчас туда, обратно. Сейчас. Я думаю, мы успеем. Сейчас, друзья, поедем на эту гору нашу. Самолеты, самолеты. Если у тебя нормальный карман, то лучше. А, давай сюда. Сюда положи. Или туда, да, лучше назад положи его, чтобы нет, не потерялся. Все. Да, да, я понял. Сейчас я камеру поставлю. Так. Уже дела получше, на голодный желудок как-то трудно вообще думается. А вот на сытый желудок все намного приятнее. По набережной поедем. Ту сторону? А, ну давай я туда. Туда, потом направо. Давай. Нет, не обидно. Скорости переключаются как-то. Поехали по набережной, поедем. Так, на поворотах осторожно. Едем дальше. Грасес. Так, мальчик с дороги. Интернет был и переговорочный пункт. Так, здесь надо быть поосторожней. Красивое место. Давай, давай, туда правильно едешь. Я просто развернуться. Посмотреть на место. Люди сидят, отдыхают. Такие вот интересные места. Тут вырисовывается. Пляж. Ага, да, 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 да. Ну да. Собаками вход запрещен здесь, что очень хорошо.
впереди еще пляжи есть. И там вот этот пляж намного красивее, чем тот. Здесь уже более-менее какой-то песок хотя бы. Там вообще черный этот, типа зола, которая на этих островах присутствует, на этих Канарских островах. Здесь у нас для любителей тренировок. И вот колеса можно крутить, турники. Так, ребеночек. Дороги. Здесь педали крутить. Здесь получше пляж уже. Так, переключаемся на вторую. Так как вверх идем чуть-чуть. Ага. Да, здесь получше. Эту собаку. Собаки окружили ее. Может, ее надо спасать? Дикие пляжи какие-то маленькие. Какие они красивые, эти пляжи. Ага. Вообще интересные такие, смотри. Своеобразные. Подержать? Собаки. Не, собаки там. Это мальчики. Да. Это мальчики. Где? Да. Но сейчас туда. Сейчас посмотрим, что там. Ой. Такая вот жизнь у нас. В Испании здесь проходит. Да, живут испанцы, что тут сказать. Ну и иностранцы тоже, которые сюда приезжают, англичане. Разные, не только англичане. На этом острове русскоговорящих тоже много. Ну не так, конечно, как англичан или других, но все равно здесь имеется в нормальном количестве. В отличие от других островов. Остров Тенерифе у нас. Сейчас находимся. Вот этот. Не напрягается. Футболки. Тебе так и загорает. А? Чё там? А? Пуск есть. Так, как же нам туда дальше проехать? Сейчас попробуем. Прикольная вещь у него эта штука, конечно. Так вот, держаться на этой воде и ветер удерживать. Не падать. Да. Так, поехали дальше. Смотрим. Потому что в велосипеде на перекрестку не проедем. Да, здесь уже мы... На дорогу? Да, вот тут на дорогу. Предлагаю сейчас, потому что там пока не так, здесь так не поедешь. Здесь этот, видишь, для этих серфингистов. Все. Паруса их, одежда полностью здесь можно в аренду брать, я так понимаю. Мне кажется, по набережной надо идти, мы зря сюда идем. Как по набережной? Ну, на эту гору. Ну, тогда без велосипедов. Просто там вот там дорога идет. Думаешь, съезд туда будет? Ну, давай посмотрим. Вообще дорога идет туда, я не знаю. А, ну,
Если идет, то это тогда, пойдем. Больше тут дороги точно нет. Или по пляже, или по этой. Дайвинг. Так, посмотрим, что за дорога у нас. Куда она идет? И как до этой горы не доедем? Дорога есть. Куда ведет? А, ну да, в общем-то, да. Скорее всего, туда она и ведет. Вот туда нам, получается, надо. Да, сейчас это пропустим. А, туда поехал. Так, поехали. Дорога здесь идет, конечно. Так, выезжаем направо. И вперед. Так, мы здесь не одни. Из велосипедистов. Так, надо скорость переключить. Здесь так застрянем. Наверх взбираться всегда тяжело, несмотря на то, что вот так вот кажется, что подъем такой слабенький, вообще как бы его почти нету, но когда крутишь эти педали, все сложнее. Слишком направо не отъезжай, там эти стекла. Сейчас будет спуск. Вот она, наша гора. Как туда забираются люди, непонятно. Пока непонятно. Да? Красная гора. Вот здесь, значит. Монтань Роха. Так, 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 так. Обалдеть, какой вид сзади. Какой? Сзади. Ох ты, ничего себе. Да, так. Велосипед. Скинуть, я этот велосипед пока. Просто обалденный вид сзади. Ага. Фух. Да. Слушай, а где деревня наша? Вон там наша деревня получается, да? Это Сан-Сидр. А, это Сан-Сидр, значит, вон она. Где-то вон там вот. Да. Ну, получается, вот так пойдет, тоже можно поехать. Ну, вообще-то да. А но... вот так идет, а потом куда-то направо на сворачивает. Мне кажется, что эта дорога, это знаешь какая? Которая была вторая, первый мост, который. Думаешь? Не знаю, но... А, нет, второго моста нет дороги. А вообще нет дороги, даже снизу? Так, друзья, сейчас чуть-чуть буду выключаться. Сейчас подумаем, как лучше на эту гору идти. Может, на велосипедах туда в любом случае не заберешься. Вот, может быть. Может быть. На велосипеде можем туда? Не, проезжать-то можно, но вон туда мы доедем. И там где-то надо будет, нам же надо их привязать где-то. Чтобы у нас было где привязать. Вон там столб, в принципе, торчит, вон там. Видишь? Ну, я не знаю, успею ли мы дойти.
Сейчас посмотрим. Сейчас. Так, друзья, пока выключаюсь. Нам главное просто еще обратно вернуться, пока поздно не будет, потому что ночью на велосипеде возвращаться вот по этой штуке, тем более, что мы должны ехать вверх, это будет, ну, это практически невозможно. Уже один раз такая история была. Поэтому сейчас постараемся посмотреть, что тут. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечно, Калифорния.